Besiege — это игра, где вы часами создаете идеальную машину, а потом она разваливается и взрывается. Я видел, как люди проходили уровни с наименьшим возможным количеством блоков, прямо как кучка ленивых неудачников. Поэтому сегодня я покажу, как пройти все уровни со всем, что я только смогу впихнуть. Уровень 1. Уничтожить дом. Самый легкий путь — это прикрепить колеса к чему-нибудь и просто въехать в него. Но черт! Знаю, что колеса считаются одним из величайших изобретений на уровне с огнем и полоскателем для рта, но мой пра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 дед знал парня, который изобрел колесо, и он был самым большим козлом во всей Месопотамии. Поэтому позвольте представить вам будущее транспортных фигур. Квадрат. GG. Уровень 2. Ветряная мельница. Известнейший антагонист испанской литературы. Этот зверь ужасен. От этих крыльев несет смертью. Но есть старая голландская поговорка. Единственное, что может победить ветряную мельницу... еще большая мельница. Да вы издеваетесь. Большая мельница с ракетами. Уровень 3. Минное поле. Проблема в том, что Besiege нельзя рулить без использования рулевой функции. Но я считаю это читерством. Поэтому для победы нам нужно создать непреодолимую силу, которая не огнеупорна. Для огнеупорности мы можем использовать водяные пушки, но это дало мне идею получше. Что если принимать бомбы за протестующих? Эта игра слишком простая. Уровень мельница. Что ж, похоже, мельницы не могут победить бомбы. Это может сработать. Я сказал, может сработать. А нам нужны водяные пушки. Я сохранил машину, но так и не смог победить те дома. Единственное, что нам может помочь, это больше водяных пушек. Я понятия не имею, как я это сделал. Мы играем уже 9 часов и наконец дошли до уровня 5. Убить армию. В этой игре есть оружие, но это будет слишком просто. Нет, 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 нет. Оружие были бесполезны. Надо найти альтернативное решение. Уровень шары. Взять шары и переместить их в нужное место. Значит, нужно создать что-то с руками. Прикрепим палку сюда, палку сюда, добавим лопасти и бум! Этому парню очень бы пригодился позвоночник. И использовать погрузчик было бесполезно, ведь у меня нет водительских прав. Мне надоело делать что-то новое, не могу ли я просто использовать то, что уже есть? Я могу! И тогда он понял, что это ультимативная машина. Я пройду каждый уровень, используя мощь водяных пушек. Нет, это лазерный камень! Я сдаюсь, я сдаюсь! Уровень 7. Мы поставим камни на взрывчатку, и они будут летать повсюду, уничтожая все, включая лазерный камень. Мало игр могут заставить меня потерять способность разочаровываться. Как бы я уничтожил камень в реальной жизни? Конечно, я бы воспользовался киркой! О да. И снова Майнкрафт помог мне больше, чем школа. Уровень 8. Каменный дом. Уничтожить взрывчаткой. А, ну, я ракетой воспользуюсь. Господи. У нее какой-то противоракетный щит. Катапульта? В него невозможно попасть. У меня нет выбора. Мне нужно взорвать всю карту. Удары атомов друг от друга создают очень большую бомбу. Может, я смогу воссоздать это, используя пару бревен и резинок. Я доктор наук по физике. Уровень... палатки, солдаты, пушки. Это не уровень. Это война. И я знаю войну. Уровень 10. Финальное испытание. И это значит, что я играю уже 30 часов. Я сдаюсь. Уничтожить этот девичий инструмент будет самым сложным испытанием.
Я знаю, что должен сделать. Скомбинировать все, что у меня есть, в одно сверхтворение. И это все, что я успел сделать, пока мой компьютер не расплавился. Плевать. Спавню робота-динозавра. Что? Что он делает? Он улетает? Ах да, раньше динозавры же были птицами. Какое красивое существо. Я был просто поглощен прохождением Бесич. Но этот динозавр прошел самое сложное испытание из всех. Он последовал за своими мечтами.